Сегодня мы открываем детский информационно-развивающий центр «Открытая библиотека», созданный в рамках национального проекта «Культура». Библиотека стала современной, прошел у нас ремонт замечательный, теперь преобразилось все пространство, современные холлы, информационные стенды, замечательные ящики для портфелей. Можно пройти. Удобный гардероб. Конечно же, санузел, доступный для людей и детей с ограниченными возможностями по здоровью. Расширенные холлы, коридоры, чтобы была доступная среда библиотеки. Все ярко и красочно. Максимально открытое пространство, поделенное на зоны. Это зона свободного чтения, зона младшего абонемента, игротека. У нас здесь есть и телевидение, и замечательное игровое оборудование, сенсорное для детей младшего школьного возраста. На старшем абонементе также можно и позаниматься индивидуально, и пригласить детей. И, конечно же, у нас новые современные книги. Новые информационные стойки, и замечательная мебель, и свет. Все. Мы проходим в старший читальный зал, который называем зал «Трансформер». Очень много зон. Пространство мобильно трансформируется, то есть столы все передвижные. Можно сделать и конференц-зал, можно сделать выставочное открытое пространство, арт-холл замечательный. Можно просто поставить стеллажи, и это будет традиционный читальный зал. Конечно же, вы видите, что у нас здесь очень много современного оборудования. Это все для наших детей, для того, чтобы они развивались, могли заниматься какой-то деятельностью. То есть у нас есть и очки виртуальной реальности, и 3D-ручки. Как видите, даже небольшое звуковое оборудование есть, фотооборудование, конечно же, проекционное оборудование. Вот такой зал-трансформер. А сейчас мы проходим в младший читальный зал. Тоже трансформируется пространство. Это и читальный зал, и замечательная игротека. И, конечно же, тоже современное игровое оборудование для самых маленьких. И зона свободного чтения, где можно и почитать, и просто поиграть с друзьями в какой-то замечательной развивающие игры. И, конечно же, у нас здесь есть также проектор и экран, и возможность показывать и создавать 3D-презентации. Обратите внимание на наши книги для детей, которые не просто книги, они книги-игрушки, развивающие. Это и игры, и игрушки, и, конечно же, замечательная яркая мебель.